На очереди установка сплит-системы. Внешний блок вывешиваем за окно. Для внутреннего нашлось место рядом с дверью. Модель инверторная, экономно расходует энергию. Работает и на охлаждение, и на обогрев. Ну а чтобы в комнате всегда была комфортная температура, мы установили кондиционер. Он бесшумный, что для спальни особенно важно. Можно переводить его в разные режимы. Ночной экономит электроэнергию, а комфортный позволяет направлять потоки воздуха не на человека, а в другую сторону. Кроме того, встроен фотокаталитический фильтр, который очищает воздух от бактерий и вирусов.